Я опять проиграл. Мариночка, а вы не обидитесь на меня, если я вас угощу бокалом холодного красного сухого вина? У нас это как-то не принято. Я все-таки тренер и как-никак персонал. Вы персонал? В этом фитнес-клубе половина акций принадлежит вашему супругу. А вас, Мариночка, я приглашаю сегодня вечером на одну презентацию. А если вы боитесь, что кто-нибудь мужу расскажет, я вас уверяю, он не обидится. Он слишком хорошо меня знает. А мне кажется, это вы слишком много знаете. Но хотя ваше предложение я, пожалуй, приму.